видеонаблюдение очень хорошо себя показало с точки зрения того, что с точки зрения прозрачности избирательного процесса, что любой желающий может наблюдать за тем, как идет ход голосования. Однако изначально в связи с тем, что это достаточно дорогостоящее мероприятие, в бюджет, а эти выборы проводятся исключительно за счет областного бюджета, это в бюджет заложено не было. С учетом экономии, у нас образовалась экономия за счет торгов, которые мы в соответствии там, с 44-м законом проводим, образовалась экономия порядка 12 миллионов. И за счет этого удалось установить вот 620 камер на 310 участках.